Соло выживание. Да, я знаю, что оно вам нравится. И поэтому я подготовил для вас аж 30-минутную историю. Надеюсь, она вам понравится. Я рассчитываю на вашу поддержку, и я думаю, то, что 10к чизеров набрать мы сможем. Кстати говоря, я частенько стримлю на Твиче, не пропускайте. Всем приятного просмотра. Вайпик прошел, а тут уже люди отстроились. Да, уже домины построили. Ну да, я почти вовремя простоял в очереди. Всего 200 человек. Блин, и карта тут прикольная. Но тут все, что мне нужно, находится где-то внизу. Трейн-ярд, Севербренч, супермаркет, сфера. Да тут все внизу находится в зиме. Походу я знаю, где я буду жить. Где-то... Но мне нравится вот это место. Так тут болото. Домик на болоте. О чем можно еще мечтать? Построю себе там ферму. Поставлю магазинчики. И буду продавать картошку. И ты держи. О, тут есть конь. Чё, как пострелял? Огурчик, ты прикалываешься? Топорик. Топорик я, пожалуй, оставлю. Хата моя приехала. Только мне еще бежать туда очень далеко. Вот я почти и добежал уже до моего места. Место, где бы я хотел построиться. Никто же еще не занял мое прекрасное дерево на болоте. Значит, это дерево займу я. Сначала положено. Опа. Опа. А вот с этим у нас небольшие проблемки вышли. Шкаф-то придется куда-то сюда воткнуть. Так я могу тут все по красоте расставить сейчас. Это практически самый идеальный дом, который я строил. Все по секретным чертежам, в принципе. Еще я должен по секретным чертежам как-то вот сюда ящик воткнуть. Вот это красота, вот это я понимаю. Офигенный антирейдовый дом. Стоять, бояться. Мне все это нужно, сори. Сразу же после отстройки дома я отправился фармить фармил. Потому что никто не может нафармить столько лута, сколько фармилы. Двуха. Отдыхать. За мяско тебе спасибки. Не, ну я как бы готов за тобой бегать. Да ты пойдешь, 250 скраба, я бомж, алло. Блин, давай, что мне все забери. Ладно, все, иди сюда. На, я нафармлю. Не расстраивайся. Походу, тут кто-то был недавно. Ну, нет, тут есть ящики. Отлично.
О, так он упал вниз. Гениальное решение, братик. Да я тебе в рот сейчас прилетел. Ну ты хорошо поработал, слушай. Расстроился, бедолага. Я б, наверное, тоже расстроился. Ревик, двух услить. Ой, топор хороший. Вот это, конечно, то, что нужно. И на сфере там челик какой-то. Он спускается. По турбоспуску. Да-да-да-да-да, именно так. Хорош! Ай, хорош! Ну, кстати, ник твой и турбоспуск, в принципе, сходятся все. Хорошо спустился. Реально турбо. Hello. Металл дверь? Ничего себе. Только зачем он тут шкафы расставляет? Непонятно. Лежать. Можно домой бежать. Нормально, 70 МВК донес, дерева немного. Теперь мне нужен план постройки, киянка, еще пару ящиков, чтобы я мог сюда все сложить. И я хочу посмотреть, смогу ли я там застроить остановочку. Держи. И держи. Не-а, остановочку нельзя застроить. А жаль. О! А мне уже нравится, как это выглядит. Но, естественно, камня у меня столько нет. Как же тут красиво ночью. Так тут еще и рассвет. Это просто красота. Каждой новой минутой ресурсов у меня становилось все больше и больше. И это было хорошо, так как планов у меня было очень-очень много. Куда ты полетел, питончик? Изи скрабчик, изи утик. Просто некуда все это скидывать. Ну, почти удобно. Постепенно я нафармил ресурсы, чтобы добавить буферку в своем домике, так как желающих меня зарейдить уже было достаточно много. Кого ждем? Там тип залутанный, зачем ты меня убил, чел?
тебя подниму. Сядешь сразу, потому что ты... Одевай. Хорошо, хорошо. Садись. Подними меня тоже. А, чисто, здорово. Сори. Место было для одного, на. Пойдем на дроп. Давай этому башку вскроем. Башку дал. Минус. Хватай, ревит. Ну, тут дерьмо, чел. Тут супер дерьмо. Я залутал дроп, познакомился с ребятами и отправился спать. Зайдя на следующий день, я увидел то, что возле меня строилось что-то очень-очень огромное. What the fuck? Я что-то не понял, это кто построился на моем болоте? Гантрапчики, то, что я люблю. Держи. Спавнится он тут. Ого. Борта, подними. Тебя тут кланеры напрягают, что ли, брат? Девиленс, алло. Прием. Прием, боец. Я не знаю, но кто у тебя под хатой сидит? Так, дружище, если что, обращайся, если начнут рейдить. На крыше один. Одного убил. У меня лестница есть. Здорово. Как это тебе будет? Сейчас, подожди, я вам башку вскрою. Они там совсем беды с башкой. Я не знаю, зачем мне это. Я убил его. Подняться не. Я сбегал домой, скрафтил берданочку и пошел доставать руфкемперов. Держи. Кто это у нас тут убегает? Сори, братишка. Как бы мне это теперь по-тихому домой донести? Так, а у меня есть веревки? Мне нужны веревки. Есть, много. Сейчас пойдем расстраивать пацана на крыше. И так как он постоянно выходил на крышу с болтовочкой, которую я мог залутать, я решил скрафтить лестницу и пойти сломать ему лицо. Ты далеко собрался? А, крики, да, я знаю такого. Кто это? Он с этой вышки как раз. Крикет с вышки вот этой, которую он шел. Изи. Который ты сейчас искал. Обокрал. Мы можем болтовку попробовать украсть у него. Не, походу его анрил залутать. О, патроны забрал. Мне срочно нужно расширять дом, иначе меня пробахают. Боец, стоять бояться. Руки вверх. Походу я немного больше топки потратил, чем нужно было. Серьезно? Тут уже бур? Надо идти быстренько нефть перерабатывать на сфере. И выжигать эту дверь, потому что, блин, и оками ломать — это слишком много шума. Ты страх не потерял там? Кого? Страх не потерял? Да не.
Нет, я личинку потерял на холоде. Топку он мою забирает. Ты знаешь, сколько я ее это фармил? Такое, чтобы я перед тобой страх терял. Ты знаешь, сколько я фармил эту топку? А ну, собака, иди ко мне. Эй, собака, иди сюда. Иди сюда. Она убежала от меня. Давай, все, заходим в хату, прячемся. Ну что, давай, кто ты такой, чтобы я перед тобой страх терял? Да закрой, холод. Не трогать мою топку. Так, смотри, я делаю вот так. Все остальное можешь забирать себе. А я пойду по своим делам. Удачки тебе. Кого нет, это хорошо. Привет, шкафчик. Опача. 360 скрапа и МВК много. На самом деле этот домик даже поинтереснее будет, чем мой. Мы можем сюда третий верстак воткнуть, и просто это шикарный дом. Этот домик я бросать не буду, я тактично съеду отсюда, потому что здесь огромный дом возле меня, и мне кажется, они по-любому меня зарейдят. О, это на сфере. Неужели у меня соседи теперь проснулись все? Так, кто у нас? Ты там своему другу скажи, что это было больно. Ну я знаю, то что ты... Можешь двушку оставить, пожалуйста? Оставил. Ну чисто по-братски я тебя добью. Красиво. Ну это мой сосед был. Это был мой сосед, и я ему сейчас не дам домой зайти. Вот так я и познакомился с моими соседями. Сидеть под его домом я не собирался, я отправился на свалку, чтобы переработать компоненты на металлолом. Но я не мог по пути не заглянуть к моим соседям, которые сидят на вышке. Он с крыши стреляет. Чувак, да ты мой личный поставщик болтовок. Ого. Походу мой третий верстак приехал. 350 скрапа. По-моему, мне уже хватает. Hello? Hello, hello. Стерлинг. Окей. Good job, my friend.
You very good neighbors. Походу отсюда мне лучше все перетащить быстренько. Так, третий верстачок. Куда бы нам воткнуть его? Отлично. Теперь мне нужно дом улучшать. Очень срочно нужно улучшать домик. А для этого мне нужно очень много металла или МВК. Кто ты такой? Ой, Рустер, ой, братишка, зря ты это сделал. Ладно, я тогда и сам гем могу вернуть, в принципе. Да, оно мне не нужно. Я... Шо? Двушку даже выбросил. Короче, это... Ты же в соло играешь, нет? Или ты с кем? Ну, да. Ну, вот это мой, вот это вот мой дом, соло. И вон там вот мои тиммейты живут отдельно. Мы тут деревню планируем строить. Деревню, но это интересно на самом деле. Поговорив с моим новым соседом, я отправился фармить ресурсы, потому что мне нужно было обустроить мой домик. Но по пути домой меня поймали три типа. Я немного огорчился и отправился искать их дом. Кто вы такие? Ого. Вот ты крыса, блин. Да. Вот ты крыса, блин. А как тебя зовут, хоть скажи? Меня зовут The Best. Мне нужно было обустраивать дом, так как этот болтовщик смотрел на мой выход и не давал мне вообще выходить. А его тиммейты сидели у меня с двухами под дверьми. Пострелял? Понял. Thank you.
О, так они стенки выставляют. Плюх, блядь, крыса ебаная. Помойная, блядь, школьная тварь. Я полностью заапгрейдил дом в металл, потому что думал, что меня придут они рейдить. И начал обустройку буферки. Через некоторое время какой-то огромный клан начал рейдить один домик, где тоже сидели руфкемперы. Угу. А еще через некоторое время они добрались и до вышки, которая меня доставала. Чё, реально минус вторая хата? Посмотреть, сколько их не получилось, а вот поймать одного из них вполне. Время текать отсюда. Для рейда тех троих ребят, которые меня убили с ресурсами, мне не хватало только одного — топ-сета. И его я выбил. На их дом нужно было всего 4 ракетки. Я их скрафтил и отправился к ним. О! Джонни. Ого! Офигеть! Офигеть! Чё ты тут сидишь? Можно я СМГу заберу, пожалуйста? А, то есть ты пострелял, теперь хочешь, да? Ага. Да нет, я думал, ты меня убиваешь просто, понимаешь, я бомж обычный. Ну не стреляй, Оружие из рук убери. Убрал. Забирай. Только давай без этого. Спину убийств это такое себе. Я не такой. Я отдал весь вот этому бомжику и обустроил свой домик. Стоя в АФК, я услышал, как меня рейдят. Я попытался отбить домик, но не получилось, так как отбить такой домик практически невозможно. Их было около 7 человек, а у меня даже не было отстрелочной. Хм, вот так вот. Надеюсь, вам понравился данный ролик и вы оставили свою оценку. Всем пока.